Все началось с того, что мне захотелось открыть школу танца, делать умные танцы со смыслом. Именно поэтому мы называемся Smart Dance. Я загуглила, наверное, еще тогда в тот момент не загуглила, а где-то в словарике посмотрела. Боже, это было 15 лет назад, это очень давно. Я помню даже это занятие, когда она вслух такая у всех спрашивает: ребята, вообще знаете, что такое Smart? Нет, не знаем. Ну, это то, куда вы будете в следующем году ходить. Ну, окей, хорошо. Мы открывались вообще в Минск-арене. Это был наш первый зал арендованный. Было с ним достаточно много проблем. В общем, филиал «Веснянка» — это наш первый филиал центра. И, собственно говоря, так получилось, что я начинала танцевать. Ну, как будто вот «Смарт» создали, и я в нем начинала танцевать. Потом мы переехали в «Атлант». Тоже здесь были недолго, потому что такой большой зал вначале мы себе позволить не могли. И съехали с него, и вернулись в Минск-арену. И, в общем, первые год-два, наверное, были очень сложные. И в итоге мы уехали оттуда. В итоге мы стали расширяться дальше. И абсолютно по иронии судьбы, по-моему, в 19 или 18 году, уже дай бог памяти, полностью весь филиал переехал в ФОК «Атлант». Этот филиал мне нравится, потому что здесь есть автоматы с едой. А в «Атланте», кстати, у нас еще фишка, почему-то никто об этом не говорит. Здание находится на улице Саперов. И самый простой способ найти это здание не потому, что это физкультурно-оздоровительный комплекс, а потому что оттуда торчит купол церкви. И иной раз, когда ты ведешь занятия, ты это можешь делать под звук этих колоколов в большом зале, учитывая систему вентиляции, вытяжки, периодически пахнет ладаном. Там работает Сансана. Там работает... Там детки концертного состава все занимаются. Потому что именно там у нас находится самый большой зал нашего центра и, ну, наверное, самый большой танцевальный зал города Минска. Также там есть второй зал, который был открыт спустя несколько лет. Мы его реально делали своими силами. Вот, я в том числе тоже там лично что-то красила. И у нас там есть тренерская. То есть, если спросить, чем отличается наш филиал «Атлант», тут есть у нас такая фишечка, у нас там есть тренерская, где у нас педагоги отдыхают. И, собственно говоря, работает самый главный человек «Смарт-дэнс». А дальше нас ждал уютный подвальчик.